Воздушные гимнасты из Урая стали призерами международного фестиваля «Золотое сечение». Он прошел в Москве на базе Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева, знаменитого «Карандаша». Юные урайцы стали лауреатами всех трех степеней и завоевали гран-при фестиваля. Цирковая юность в Урае существует уже более 30 лет. В репертуаре артистов номера от акробатики и воздушной гимнастики до эквилибристики и жонглирования. Югорские циркачи регулярно побеждают на конкурсах разного уровня. В начале года Министерство культуры присвоило труппе звание «Заслуженный коллектив народного творчества».